Она вот стала выступать в команде Белоруссия. Альмудена сидит с булавами. Сейчас она тоже должна закрепить булавы между шеей и ступней. Это ее старая композиция. Видите, всем нравится, когда предмет крепится где-то в ногах. Вообще сегодня много пустых мест на трибунах. Завтра зрителей должно быть намного больше. Может, это объясняется тем, что сейчас только начало сезона, и испанка не успела набрать необходимую форму, но что касается амплитуды движения, амплитуды прыжков и равновесий, то она стала намного хуже. На площадку приглашается Олеся Манулова. А может, это уже период такой начинается, когда